Штормовое предупреждение объявлено по Ростовской области. Об этом предупреждают в управлении МЧС по региону. Сегодня, до конца дня, а также 12 и 13 августа в Таганрогском заливе, в том числе в портах Ростов, Азов и Таганрог, ожидаются местами сильные дожди, ливни с ухудшением видимости до 1-2 километров в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Жители Дона просят быть предельно внимательными и осторожными, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами и без особой необходимости не выходить из дома. А вот в других регионах области сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В Каменском, Советском, Боковском, Целинском, Сальском, Песчинокопском и Пролетарском районах ожидается жаркая погода. Пожароопасность 4 класса сохранится в южных, северо-восточных и северо-западных районах. Напомню, при возникновении опасной ситуации вызывать спасателей, скорую помощь и другие экстренные службы можно по единому телефону 112.